Моя мадам. Мне страшно отвечать. Давайте лучше вы. Она меня тоже пугает. Что вы говорите? Она же ваша дочь. Давайте скорее отвечайте. Она копия своей матери. Ну, пожалуйста. Наложью. 98. 99. 100. Хорошая тренировка, да? Да, босс. Вытри пот. Мы из дорожно-транспортной службы. Свидетель сказал, она была пьяной. Что? Ну и чушь! До конца смены она лечила пациентов. Где она могла напиться? Или она прямо за рулем пила? Мы просто следуем протоколу. Вы сначала должны проверить автомобиль на наличие дефектов. Я видел много аварий, вызванных внезапным ускорением. Я параноик, и это из-за моего недоверия. Я установила жучок у тебя в машине. И приехала, чтобы поймать тебя на измене. Теперь, когда все подтвердилось, мне легче. Эта машина прослушивается. Моя еда хороша количеством, а не вкусом. Я сама могу, хоть мне и за 40. Я сама. Рожу своего малыша! Алло, алло! Как там дела без меня в 4-й дивизии? Подожди! Бэмон! Тетя, будь сильной, тушься! Пытаешься себе череп проломить? Тогда бейся сильнее. Расскажите мне, как вам причинили вред в медцентре Бансок? В медцентре мне вживили в ухо прослушивающее устройство. Они следят за мной. Наверное, это очень неудобно. Хорошо. Но будьте осторожнее. И без тебя знаю, сопляк. Вы даже не услышите, как я дышу, так что можно я... Мне что, нельзя? Сколько вам лет? Как мне вас называть? Старший брат? Дядюшка? Или... дедуля? Где нож? В куртке или в кармане? Он может застрять у тебя в шее. Как вы можете делать такое ужасное замечание в такой милой манере? Ваши глаза так чисты и ясны. Кот Суджин? Меня зовут Йохан. Посмотри на эти длинные пальцы, определенно мой типаж. Суджин, а твой парень знает, как ты себя ведешь? Если бы знал, думаешь, я бы вела себя так? Бери руку, нам нужно уезжать. Эй, поехали. Ты сказала, тебе близко. Все, я уезжаю. Я не из тех, кто хорошо сражается, к тому же сегодня холодно. Мне нужно разогреть тело и мышцы. Извиняйте. Ну это как-то... У твоей машины разбито боковое зеркало. А это что, антенна? Честное слово. Обратно засунь. Перестань безобразничать. Раз приехал, работай давай. О чем ты говоришь? Он похож на меня. Спасибо, что приехали сюда. Вы же знаете, что это из-за вас. И уж точно не из-за письма, которое принесли ваши подружки. Я даже не читал его. Он не может. Мы испекли для него такой торт, а он его даже не попробовал. Эй, это же не твой торт. Почему ты его ешь? Не смей выплевывать. Молюсь, чтобы все красивые мужчины исчезли с этой планеты. Аминь. Готово.
Держи. Что это? Это ты. Эй. Да? Ты всегда со стариками и начал думать, что я тоже похожа на бабку? Ее тошнит от мандаринов. А родители ее завалили им из Чеджуда. Ага, вот как. Ты что несешь? Я люблю мандарины. Ты же мне сказала, что тебя от одного их вида тошнит. Один ты даже кулаком расплющила. Когда это? Прости, надо было сказать мне. Может, кофе? Нет, все в порядке. Хватит мандаринового сока. Понял. Подожди снаружи, а? И с кем мне теперь тусить? Какое тусить? Сиди и песню пиши. Ты должна преуспеть. Верно. Она попадет в сотку лучших. Нет, станет главным хитом. Так держать. Он что хочет? Работать со мной. Хотя у него куча штатных авторов. Можно я с тобой буду на работу ходить, а? Всего одним глазком на него посмотрю. В интернете фоточку найди и залипай, сколько влезет. Фоточки — это не то. Я вживую его увидеть хочу. Тебе жалко, что ли? Никто меня не любит. Такой день, вот бы и Сону был здесь. И то верно. Извините. Да, иду. Куда? Ты куда? Подойди, ты же ближе. Теперь ты. Доиграешься у меня. Ей-богу. Вам ведь скоро 40? Кто сказал, что в 40 становишься мудрее? Мэнзи? Конфуций. Замолкните, а? Вставайте. Как вы здесь оказались? Полиция привезла. Как здорово. Ты напилась? Ты была за рулем? Я не могу уснуть. Но тебе нужно заснуть. Завтра ведь на работу. Так, дорогой, уйди из кровати. Идем, идем. Зачем ты вообще переехал, если так часто приходишь? Господи. И ты, Сону. Извините. Странное ощущение. Меня арестовали?